Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Минуточку внимания, хочу посоветовать вам свой бизнес. Мой бизнес — это аптека в городе Южный. Находится он возле башни Останкино, а также рядом возле СТО Южного. Найти мой бизнес можно через GPS, 6 раздел. Листайте в самый низ, и вот мой бизнес, 41-й. В моем бизнесе вы можете купить аптечки, маски и разные лекарства, и не только. Если вы любитель сходить на ВЧ, либо патрулить полицейских, то вам именно ко мне. Вход, конечно же, бесплатный, заходите и закупайтесь. Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм, мы сегодня с мной Рики и Гейм Ченнел. Всем привет, ребят. Рики сейчас на сервере, короче, решили записать видос. Ну, я решил записать видос, просто Дима за компанию будет. Дошли, слышу, какие-то там выборы, но админы пишут, короче, и я хочу глянуть, что там за вообще дичь происходит. Там какая-то система голосования есть, типа, как в реальной жизни. Надо, типа, писать, там, понял, бланк, это все дела. Я хочу глянуть, что за прикол вообще. Я такого еще не видел, блин. Я помню, до глобалки еще такое было. Да? Ну, там прикольная система или какая-то параша? Вот вовремя смс-ка пришла вообще. Ну я помню, до глобалки, короче, такая штука была, что ты заходишь на сервер и там на спавне типа моно голосовать за кого там. Ну, на спавне, ну... это бред как-то, не парпешно. Ну, в принципе, да. А сейчас же только администрация области есть, а администрации Южного нету, и Арзамас убрали. Поэтому в одном месте только голосовать надо. Поэтому я еду в Батырево, пацаны. Сейчас проголосуем. Там какой-то мне писали, типа, какой-то Артём, типа, нормальный там. Надо будет за него проголосовать. Ну, сейчас посмотрим, кто там вообще кандидат там. Я бы вообще за себя проголосовал. Ну, я не знаю, это выборы кого? Сейчас я тоже вот еду. Это выборы кого вообще? Мэра или кого? Ну, наверное, мэра. Ну, сейчас в чате написано было. Захватили бандиты, ладно, это хуйня. В Южном области есть 3 урны, там надо голосовать. И все. Чё, только ты написал только про 3 урны, что надо голосовать, и все. Ну ладно, поехали, сейчас там на месте разберемся уже. Блять, как меня эти деревья заебали, от них так лагает, пиздец. Просто пиздец, везде эти деревья стоят. Это полная жопа просто. Откуда едешь? Я с Арзамаса, вот возле Казика сейчас. А, я уже почти приехал. А сейчас надо скутер взять и приеду. Монстр развелось, конечно. Чё там, у меня батарея вот так лагает, пиздец. Ого, тут машин на 1 квадратный метр просто. Тут ФСБ еще стоят, бля, у меня еще 3 звезды, точнее 2. Ладно, сейчас разберемся. Я, кстати, с собой все свои бабки теперь ношу. Не знаю зачем, но ладно. Так, погнали, тут поголосуем где-то. Где-то такие урны должны какие-то быть. Я хрен пойми, где это вообще. Так. Вот тут Джессика Стюарт в АФК стоит. Где тут голосовать надо, ёпту налево. Какие-то урны. Так, мне параши нравят, надо голосовать. Какие-то, наверное, там, в той стороне. Блин, Джессика вышла. Я хотел у нее спросить. Где тут голосовать надо? Там в здании, наверное. Наверное. Тут голосовать. Это все по РП как бы, или там будет пикап? А, во, тут голосовать. Ну тут по РП типа. Сейчас, погоди, я отмен нажал. Лол. Надо голосовать, ёпта. Хули делать. Так, мне говорит, типа, за вот этого чувака нормально, типа, Артём Сапфир. А чё тут, чё тут два голоса, типа, вот тут чувак есть, короче, в Хите Винстон. И у него два голоса. Так, Артём Саприн, чистый город. Свобода слова. Ну давайте за вот это свобода слова проголосуем. Спасибо за ваш голос и за то, что вам не безразлично будущее нашей области. Минуточку внимания, хочу посоветовать вам бизнес своего друга. Его бизнес — это СТО в городе Южный. Найти его можете легко, а оно находится недалеко от ДПС и недалеко от ВПХ Южного. В СТО вы можете поставить различный тюнинг. Перекрасить свое авто, поставить азот, чтобы ебать всех со светофора. Поставить различные диски, чтобы ваша машина была четкая. Также починить
и ускорить ее по максимуму. На каждый автомобиль цены разные. Чем машина дороже, тем дороже на нее тюнинг. Прокачивайте свой автомобиль только в этом СТО. Пацаны, тоже голосуйте за Артема. Мне писали, что нормальный чувак, поэтому голосуйте за него. Будет прикольно, если кто-то из наших станет, в принципе, на мэра или что. Это вообще без понятия, что это за выборы. За Артема напишу. За Артема. Ну это мэра по любасу. Ну да, тут же, по-моему, сняли лидера вот этого. И ну это прикольно, что голосование проходит именно таким образом. А не, блядь, обзвоном каким-то. Пусть народ решает, за кого они хотят. Я вам за Артема проголосовал, а вы, пацаны, там тоже может. Ну не знаю, как по мне, Артем вроде нормальный чувак, поэтому за него можно голосовать. Так, ну Хабиб Хабибов пишет, снимаешь, напишу плюсик. Ну вот эти урны, короче, вот, в администрации области находятся. Так, давайте поздороваемся с Кенни Хабибов. Дед Хабибов. Что-то развелось всех этих Хабибовых, конечно. Нормально, что. Я думал, где-то тут надо голосовать. Оказывается, вот эти три урны. Не, ну красавчики, админы, что добавили вот такие урны. По-моему, их раньше не было же, да? Трибун? Не, не было. А, вот, вот это меня... Это чисто отправляют. Хабиб говорил, что это Артём нормальный. В 23.00, пацаны, надо голосовать, если что, поэтому приезжайте там, голосуйте. А я погнал кататься. Ты приехал уже, чи не? Да, вот, уже возле ВЧ. Я тут на бэке. Сейчас надо тоже проголосовать, короче. Ну, я за Артёма, какие-то кандидаты, их вообще не знаю. Артём вот этот нормальный вроде. Ну, вот я за него проголосую. Ну, вот, блин, да с Халыси-то интереснее как-то, чем, блядь, вот этот обзвон. А этот любой, интересно, может заявку подать или нет? Наверное, на сайте мне надо кажется, писать. Нет. Наверное, на сайте надо... Хотя да, их там мало, кандидатов, наверное, не все могут. Это, наверное, короче, понял, бывшие девятки лидера. И, наверное, как бы... Или лидеры. Они... Бывшие как бы... лидеры. Лидер же один. Ну, мне кажется, это девятка. Кто-то тёлка тут бегает, пишет мне парень. Видео. Вечером. Питаю. АУЕ 228, 3В, 39, ВОР 003, ёбаный в рот. Что тут, блядь, хорошо живут люди, вижу, блядь. Нормально, чё, нормально. Там три урны эти стоят. Блин, я думал, там хоть что-то писать надо будет от руки, там просто подходишь. Вот эти три урны. Можно посрать, конечно, да. В принципе, голосование можно только один раз. Печально. Так. А, свободное слово, да, вот нормально. Какие-то партии, это типа так. Партии так называются, так понял. Наверное, да, полюбасу это. Партии. Не, ну прикольно, блин. Ты уже голосовал, чи не? Так, вот, голосую, короче, за Артема, да? Сапфир. Да. Свободное. Так. Свободное сейчас. Свободное слово там даже написано. Я не пойму, а что тут по два человека? Хуй его знает. Может там типа пара партий. Так, ну, все, проголосовал, короче. Голосовал. Так, пишет, спасибо за голос. Ну, ладно, чуваки, вот такой вот был коротенький видосик, просто них. Я чисто хотел вам показать, сам посмотреть эту систему. Там голосуйте за Артемку, вроде нормальный чел. А за остальных я ничего сказать не могу. Всем спасибо за просмотр и всем пока-пока. She was from the outside, I was from the north. She was from the south side.